Сегодня студентка Ксения Богачева вместе с другими волонтерами благоустраивает Аллею Славы рядом с областным геронтологическим центром. Она уже 3 года участвует в добровольческом движении. Вместе с друзьями Ксения устраивала мастер-классы по шитью в детском интернате. Не раз навещала ветеранов и помогала им в бытовых вопросах. Я люблю помогать людям. Мне нравится что-то делать от сердца, что-то хорошее. Геронтологический центр с 24 апреля работает в режиме полной самоизоляции. Его сотрудники не могут покидать это заведение, а значит и привести в порядок прилегающую территорию. Благоустроить аллею приехали волонтеры из Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Акция прошла в рамках весенней недели добра, которая в Самаре проводится ежегодно. И сейчас, в рамках того, что скоро 9 мая, замечательный праздник, День Победы. Мы приехали сюда облагородить это место. Сейчас такое время, когда, мне кажется, престарелым людям важно ощутить поддержку, помощь. Они даже выходят, улыбаются. Это не единственная акция, в которой сейчас участвуют студенты колледжа сервисных технологий. Часть волонтеров, например, шьет маски для областного штаба, который помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.